чем только не занимаются авторы программы «Автостоп». Пытаемся по мере возможности защитить или хотя бы утешить обиженных и оскорбленных. Рассказываем вам о дураках и о дорогах. Показываем, что интересного принес автомобильный мир в наш автомобильный город. Но вот сейчас займемся тем, что обычно не свойственно нам. Развенчаем некоторые слухи. Мы уже, пожалуй, 2,5 месяца не были в фирме Mitsubishi Motors. И ходили упорные слухи, что фирма-то накрылась медным тазом. Но мы приехали, все на месте. Попробуем зайти внутрь. Может, там уже вещами торгуют. Ну что, заходим в магазин. Слава богу, вещей секонд-хенда мы здесь не видим. Мы видим привычную картину. Запчасти, масла. Mitsubishi Motors как стоял, так и стоит. Но произошли некоторые изменения. Но об этом Алексей. А со слухами получилось, как всегда, и как у Владимира Семеновича Высоцкого. Помните песенка про слухи? И будто мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Кто в свое время разбомбил Японию? Правильно, US Air Force. А что мы сегодня сделаем? Мы сегодня разбомбим слухи о том, что проблемы возникают с поставкой автомобилей в Mitsubishi Motors. Ничего подобного. Просто Mitsubishi Motors заботится о ваших автомобилях и доставляет их с Японии только японскими же автомобильными паромами. Вы однажды видели такой в Америке? Вы знаете, очень большой. И автомобили там едут в сохранности, не так, как у нас. А затем уже с Владивостока машины в ракетовозах доставляются до Новосибирска. А затем уже автовозом до сюда. То есть машина, если проедет по территории России, километров, да какой там, километр два, и тут будет слишком много. И машина придет точно в соответствии с аукционным листом, который поделать практически невозможно, да и точнее не практически, а совсем невозможно, потому что там указан ваш индивидуальный номер, кузов вашего автомобиля. Ну и вот, собственно говоря, чем еще Mitsubishi Motors занималась в течение этих 2 месяцев. Это отдельная гордость. Они получили из Японии вот этот сертификат. Я не силен в японском, но вот могу прочесть по-английски. Name of the agency. Mitsubishi Motors Company. Magnitogorsk City, Russia. Ну что еще вам надо доказывать? Надежность превыше всего. На чем мы обычно приезжали в Mitsubishi Motors? На праворуком Nissan Skyline. Почему? Ну, потому что специфика Mitsubishi Motors – это продажа японских автомобилей с правым рулем и запчастей к ним. Сейчас положение несколько изменилось, причем в лучшую сторону. Отдел запчастей увеличился примерно вдвое, и теперь Mitsubishi Motors продает запчасти и к японским, и к европейским легковым автомобилям, а также к грузовикам, а недавно даже привезла запчасть к небезызвестному в городе автобусу. И в отделе запчастей нельзя не обратить внимания на вот этот стенд. Здесь все основные запчасти, все основные расходники, на все основные марки японских автомобилей, плюс свечки. Но можно заказать и абсолютно оригинальные детали для тех автомобилей, на которые в угоду гарантии ни оригинал не поставишь. Ну и цены, разумеется, в Mitsubishi Motors очень конкурентоспособны по сравнению с нашими очень официальными. Ну и предметы роскоши. DVD-проигрыватель, TV-тюнер и конвертер, и телевизор. Модели, конечно, не сильно новые, но зато очень хорошо проверенные нашими дубовыми условиями. Вы, конечно, можете обидеться, почему сегодня в автостопе нет машин от Mitsubishi Motors. Все очень просто. На улице что? Март-апрель. А какой у нас март-апрель? Ну, скажем так, не совсем чистенький. И мы, как создатели автостопа, приготовили вам небольшой коллаж от Mitsubishi Motors.
закончим этот сюжет словами Остапа Бендера. Лед тронулся, господа. Лед тронулся. И сейчас спокойно можно довезти вашу аукционную машину прямо из Японии. И ждать-то вам придется совсем недолго, всего лишь месяц.